К бабушке и дедушке. Всем привет, на канале Новый Влог. Да. Федор собирается к бабушке и дедушке. Чего? Потому что у меня с собой я вот это там еще этот. Короче, все сложно, да? Федор. Потому что у него есть пакет на всякий случай. Да, Федор уходит из дома. Сейчас да. Едем за малыми, их тоже забираем. Даже чемодан. Мы с папой идем на концерт. Да. А детей отвозим к бабушке. Да. А что папа там? Дома. А у Федора пакет на всякий случай. Кому мы идем на концерт? Всем привет. Из стендапа, как там? Виктор Комаров. Да, Виктор Комаров. А потом еще через пару неделек, да? Щербакова. Щербакова Леху. Короче, поэтому мы мальчишек отвозим. Федор берет с собой вещи, потому что в прошлый раз бабушка... Он вымочил носки, бабушка хотела ему одеть какие-то носки, так он устроил скандал, что это не его носки. И он их носить не будет, поэтому мы ему тут собрали с собой, куда? Все, давайте. Вот у нас так вот тает снег, кстати, очень так хорошо, да? Интенсивно, смотри, мало его остается, да, и вроде водичка потихоньку уходит. Ну, получается, ночью подмораживает, а днем тепло. Ну, там, где, конечно, не ходят, он как... Сегодня вот здесь вот на выезде со двора авария была. Ты ехала, не видела, возвращалась уже с маникюра, не? А то они долго ждали гаишника, потом еще тут ошкались, разбирались. Ну, да, много там, сегодня было там, в нескольких местах. Невнимательные все уже начали заглядываться на солнце. На весну. На солнце. На весну, на солнце. Короче, едем за малыми. Ребятушки с девчулями чешут домой. Ну, точнее, к нам. Привет. Да, Вова. Едем сразу к бабушке. А у нас уроки нет, у нас нет. Что у вас нет? Мы не взяли уроки. Ничего страшного. А как мы будем? Часть у вас же, наверное, с собой есть уроков? Математика есть. Вот сделайте математику. А завтра два урока. Что-то сделаете вечером, может быть, один. И завтра еще один после тренировки. Что-то как-то будет. Как дела? Нормально. У меня сегодня по русской литературе 9. Литература 9 за стих? Литература у меня тоже 9. Отлично. Молодцы. Девяточники. Ну что, мы приехали, выгружаемся. Что, я Федора выковыркиваю, да? Федор Сергеевич, шапку одевай. Можете портфели здесь оставить, если не хотите делать. Математику им делать. А, ну да, все, простите, будем делать. Ладно, все. Шапку оденем, рулетку оставишь папе? Да. Федор, ты главное пакет свой не забудь, а то переодеться не во что будет. Придется в новых штанах ходить. Ну что? Ну что, сходили? Вышли с концерта, темнота. Я включаю. И, кстати, мы самые первые уезжаем со стоянки. Мы не раздевались, потому что холодно. А все раздевались. Не то, что холодно. Прохладновато. Прохладновато. Ну супер, мерзнуть? Нам понравилось, да? Круто. Нормально. Крутой концерт. Супер, супер. Похихикали чуть неплохо. Больше часа, молодец. Вживую. Конечно, хорошо. Вживую. Куда, но... куда ж еще? Хорошо. Комаров молодец. Витя, вставай! Короче, рекомендуем сходить, кто не был. Мы еще пойдем на Щербакова, Леха, потом. Щербакова, да, 14 марта мы идем, так что... Так вот что расскажем. Обещается быть крутенько тоже. А сейчас за детками едем. Все, дальше чухаем. 6-й этаж. Тут видишь, где-то куртка стоит. Что стоит? Стоит. Ой, здравствуйте! Это что за... Здравствуйте! Мальчики останутся у бабушки, мам! Куда ж они останутся у бабушки? Куда ж они останутся? Здравствуйте! Ну как, смешно? Да вообще. Очень смешно! Я не поняла, мы почему не собираемся домой? Не хотим. Смотрите, какие Ярослава шорты сейчас поржете. Сонины, покажи, Ярик, какие у тебя... Не смущай. Ладно, не смущаю, ладно. В колготона. В Сониной майке. Что у бабушки есть, то и есть, да? Ярик в розовых шортах, знаете, такие терракотовые. Ну, Сони ближе к оранжевому. Оранжевому. Так. Собираемся домой, мальчики. Уже 9. Надо это ехать. Там Соня. Уроки делать. Нам не успеем урок делать один хотя бы. Красиво у бабушки фотки наши. Чик. Чик. А это бабушка с девушкой молодые. Смотрите. Свадьба.
свадьба. Вот, это время моды. Это моя мама и папа, да. Шляпа. С фатой. А побольше. Нам бутылка молока, спасибо. Очень приятно. Ух. На всякий случай домой возьмет. Что, кровать возьмешь домой на всякий случай? Федор Сергеевич. Что ты берешь? Печенье? Фольксваген. Фольксваген? Зачем тебе? Мы пришли тут базыринг. Базыринг. Это что, заливали они? Да, дальше? Это уже все, чем растяжка, канализация, все готово. Угу. А воду еще не подводили, я так понимаю. Ну, еще воду не вели вообще, да? Пока. Ну, там канализация котла слева. Тут у нас два унитаза. Планируешь, что один. Два унитаза. Унитаз один. А это ко второму. Один для гостей. Ну, псевдо. Выведен псевдо-биде. Ага, ага. Вот расположение счетчика. Вот уже канализация, вон она. Второго этажа, вон она там будет зашиваться. Пожалуйста, стоит уже этот под унитаз штука. Это под умывальник, вон, видишь, уже. Да, все, конечно, так никому ничего не понятно. Насколько аккуратно ребята работают. О, круто. Приятно. Ну, конечно. Мы будем решать, согласитесь. Ну, конечно. Хоп, тут не работает. Тут дырка где-то должна быть. Ай, что-то не сцепило. Хоп. На палец чей-то бедный был горный. Да, и тут чистота, чистота. Да? Вот уже. Ой, умывальники, уже на ванную, да. Класс. Смотрите, это встроенные смесители. Это канализация внизу, это вот здесь будет два умывальника, два зеркала, там светильники. Куда это сейчас все как-то? Я не знаю, размер я не вижу, если честно. Это на ванну. Угу. Да, вот этот смеситель, душ. Полотенчик он висит уже. Полотенчик. Это душ, да. Все выставлено. Псевдо-биде. Инсталляция. И пошла канализация у третьего этажа. Это душ третьего этажа. Прикольно. Ну, тут будет заживать, зашивать. Слив ванна уже. Угу. Ну, что, уже что-то вырисовывается. Тут они как-то будут теплые полы сохранить водяные, заново что-то здесь штабить, то есть, ну, запитываться к отоплению. Там вот слив, это мы уже, наверное, показывали, да? Как кондиционер, да. Вот, переезжали ребята, что я делаю, ну, тут надо будет замазывать вот этот провод еще, да, припрятать. Ну, уже там угол нормально, да, делается. Кстати, эту батарейку большую поставили, да, это вот это? Да, это не так. Все по ширине, вон все как бы. Я думаю, вот эти вот штуки надо у них будет завтра спросить. Еще тоже можно продавать? Наверное, потому что я видела, там лежат новые, да, для нас? Да, 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 другие. Да, новые, другие, все это можно продавать. Так, еще пойдем наверх, там тоже. Чик-чирик. Чик. Ну как, не все. Несколько надо оставить на второй этаж. Все радиатором, который будет. А помните, если отключается? Да, здесь вот. Оп. Оп. Работать потихонечку идут. Оп. Так, и здесь тоже. А, и тут полотенчик висит. Все висит. Так, так это... Радиатор уже висит, не видела? Радиатор этот я видела. Ну, умывальник. Псевдо-биде. О, тут даже трап стоит. Да. А стоит. Там нету, да? Стоит на втором этаже трап. А что, не видела? Не знаю. Крутяку. О, смотри. Вот там так стоит. Ну, правильно. Полотенчик, все. Душ в концевике эти. Угу. Это им еще вот воду надо вести, потому что вода не... Воду и отопление. Угу. Канализацию не закончили, поэтому осталась вода и отопление. Так, а тут... О, Слава, видишь, завтра в больницу. Тут полотенчик тоже висит. Слава завтра в больницу, и Андрей будет один работать. Многие вообще одни работают. Ну, да. А здесь для стиралки и для сушилки. И тут тоже батарея. Слушай, классно уже что-то потихонечку так вырисовывается.
отлично. Все хорошо. Что-то просили целая гора, да? Ну, еще. Да. Класс. Кирпичи белые не придумаем. Они будут должны в стену на кухне заделывать. Молодцы, накрутили себе таких штук, купили. Везде уровень висит, чтобы не носить с собой. Щеточки, то есть, чтобы не искать. Схемы, гарантийки, все вот это вот. Это... Ну, они такие молодцы. Это что мы нашли, да, то, что мы оставили тут, когда снимали пазл. Пускай их лежит. Да, да, пусть они лежит. Они вот, может, нам, да. Не, ну зачем он? Это наше задание Among Us, да? Да, здесь, получается, вот до сих пор будет зашито, здесь будет полочка. И тут будет душ. Так они все равно еще бомбили здесь. Так тут бомбили. Несмотря на и то, на втором что... этаже бомбили. Нет, и... ну тут же будет заливаться. Так я думала, все, здесь будет стяжка, да? Все равно надо это. Ну да, с уклоном. Как-то они. А там вообще на втором этаже, говорит, мы замучились. Там опять той же арматуры тонна была. Вот арматуру здесь при строительстве точно забыли украсть. Да. Ну, кому нужна арматура? Ну, продать что-то. Тут стоял начальник, видно, какой-то смотрел. Понимаешь? Ну, ее столько здесь напихали, что и тут плевались, когда это клеево я завел. Уж полно было, вспомнишь. Потом всю эту арматуру собрал и завез. Сдал этот металлолом. Ага, вот все вижу. Трак. Тракчик. Все правильно, они на раствор его ставят. Да, да, да. Смесители. А из потолка у нас будет... тропический душ. Водичка лица. Классно. С лестницы будет его протирать. А вообще его можно откручивать и посудомойку поставить, я смотрела. Да. Эту большую эту штуку. Ну, круто. И все. Круто. Так, Федька, что мы еще обещали? Показать ребятам, какие мы купили ботинки мальчишкам, да? Да. Давай покажем, открывай. Гелксы такие. Ну, как бы ботинки, мокасины. В школу ходить. Коричневые, классные. Да, там еще пакеты есть. Пакет есть? Да. Они, кстати, здесь с дырочками на подошве, но жидкость, ну, через них не проходит, потому что там какое-то есть препятствие, но за счет них она вентилируется, подошва, и туфли дышат. Как тебе, нравится? Ну да, там еще наклейка есть. Наклейка есть? Можно ее отщипить? Ну, отщипи. Ну что, сегодня вообще весна, да? Да. Отлично. Федор даже на самокате. Да, я хочу на нем кататься даже. Ну, покатайся чуть-чуть. Папа поехал мальчишек завозить. А дальше мы поедем по делам. На сниматься. Мальчишкам купили сегодня не теплые, ну, туфли, да? Такие ботинки. Да, потому что уже жарко ходить в зимних. Потом вам покажем. Аккуратно, Федор. И едем сейчас снимать Федора. Рассчитаться надо за сантехнику кое-что. Федюнь, аккуратно, пожалуйста, на дорогу. Там же машины ездят. Ездят по асфальту, по тротуару точнее. А у нас тут съемочки идут. Тупарев издевается над Ботановым. Цепляет клеем его очки. Ой, кепку снял, тоже мне прикольнулся. А Гоша прикол такой, он когда одевает очки Ботанова, он превращается в Ботанова. Так в курсе, что пока мы снимались, он уже там страницу примеров прорешал? Нет. Молодец. Затупин пришел. А, так можешь и уроки в этом делать. Ну, надо было сидеть и делать уроки, пока снимаемся, конечно. Так, ну что? Погнали. Погнали, да, наших городских. Угу. Мы, короче, снимаем. Ладно, ребята.